шоу «Динімці бізнес-кафе Триводному». Ми завдяєм довго думали, як назвати наші балачки про моду. Так. У нас були варіанти «Сторінка моди», «Фейшн ера» і так далі, але сьогодні, напевно, наша співведуча, так, співведуча Дар'я Шаповалова сьогодні допоможе взагалі нам зробити щось з цією нашою фешн-сторінкою. Сьогодні у нас повне оновлення. Да. Давай поставимо тему тоді для привіт. Всіх. Я... Привіт! Привіт, да. Я предлагаю сьогодні обсуждати футболки. Угу. Это самая базовая вещь, это угу. то, с чего все начинается в моде, и не только в моде, по-моему. И в мене в життя вот. Все починається з футболок. Ми сьогодні всі футболки. Мы все втроем специально оделись, ага. тоже в футболки, естественно. Поэтому я сначала вам расскажу, какой сейчас самый главный тренд в футболках. Так. То есть вот раньше, например, никогда нельзя было себе позволить носить джинсы на какое-то, ну вот, на какое-то светское мероприятие. Угу. Это стало можно. Но с футболкой никогда это нельзя было сочетать. Теперь это тоже можно делать, на потому светские... что на светское мероприятие. Ага. То есть смокинг ты можешь, в принципе, выкрасить. Переделать футболку. Класс. Я сгоден с этим дресс-кодом, на самом деле. Так вот, и это так называемые вечериночные футболки. Угу. То есть это обычная белая футболка, на которой всякие там бисер, какие-нибудь цветные материалы. Ну, знаешь, сегодня я в студии, вот я вам в принципе. Покажу. А, то есть мы будем сегодня делать еще. Я вам предлагаю попробовать mm-hmm. сделать, потому что сколько я не общалась, вот смотрите, как выглядит эта футболка, с разными великими женщинами, иконами стиля, они всегда говорили, что можно все делать самостоятельно в своем да. гардеробе, поэтому я предлагаю просто попробовать сделать. В принципе, ничего сложного. Тем более у вас принципе, такой есть прекрасный реквизит. Так, ты мне кажи, да. что треба робити, бо, ну, знаете, быть, я ношу футболки звичайно. Бачите, у меня вот такая футболка. У меня есть там футболка белая. Ну, и сейчас я знаю, что дуже модно носить, знаете, с таким разрезом. Типа, такий чувак крутий йде. Це ну, модно чи ні? Ну, я би не сказала, що це дуже модно, але ви можете. Ну, я можна собі модно десь в Донецькій області можете походити так, а тут... Авдій, на твоїй батьківщині це дуже модно. Тоже. Так, що ми робимо? Давайте. Да, я предлагаю, ну, смотрите, я вам вот так вот положу эту футболку, чтобы угу. вы на нее смотрели и вдохновлялись. Це буде як нас буде своя. А я вам пока буду рассказывать вообще, как появилась футболка. Угу. На самом деле так, история очень простая. Как и очень много фэшн каких-то вещей, она пришла из... гардероба военных. Uh-huh. То есть когда-то это были как раз комбинезоны, которые uh-huh. разрезали на две части. Вот, что было очень просто. И получилась футболка у нас, и ретушь. У нас есть комбинезон, кстати, Авдей, разрезай на две части, демонструй. Я, ну, пока они делают футболку, это более мужское занятие просто, чем подивіться, история футболку, відбувається прямо зараз у нас в нашей студии. Ось такие комбинезоны, ну не знаю, такие чи ні. Нет, почти такие же. Почти Але такие були же. У кого? У военных. Ага. Они надевали это у військових, форму. Так, и зараз ми ще обрізати. Вони, тобто, почали обрізати просто як штані, так, звичайно, mm-hmm. навпіл. Да. Добре, я роблю тоді це справу, я зараз могу даже покажемо, помочь. Я теж це буду делать впервые. зараз треба вдома розрізати всі абсолютно комбінезони, які у вас є у шафі, на дві частини. Так, ми просто покажемо цей історичний момент, як це відбувалось насправді тоді. 120 почти лет назад. Круто. Да, із цього звичайного військового комбінезону, як почалась ви бачите, історія футболки. І прямо зараз футболка Нет, утворилась. Не дуже похоже на футболку. Топік для дівчат, ну... Или для избранных мальчиков. Це просто так, наш такий вибір сьогодні комбінезону, сподіваюся. Да, это можно надевать вместе, кстати. І треники. Очень будет хорошо смотреться. Це мій стайл. Ну, а потом, естественно, футболку уже начали носить киноактеры и знаменитости. Она стала популярной как раз благодаря киноактерам. Вот, ну и, собственно говоря, изобрели принты. То, угу. что тоже никогда не выходит из моды. В каком році вже з'явилось? Это уже 50-е. 50-е, да, изобрели. Круто. Ну, вот по такой основной версии, угу. понятное дело, что их много, но основная ну, версия я, гласит так, 50-е. Я приблизно десь там. И как раз первые футболки, опять же, по этой же версии, это то, что на них были изображения мультяшных героев, а именно угу. Микки Мауса. Вот, и я принесла похожую футболку, но она современная. Вот. Но на ней тоже Микки Маусы. Так, Микки Маусы, до речи, теж частенько з'являються зараз. Дуже часто з'являються на футболках, но у меня очень лаконично. Кльово, такі... Ну что, как я и говорила, мы заканчиваем, да, с футболкой, и принты — это всегда очень популярно, угу. и они популярны до сих пор, и, наверное, вы знаете, что существует принты, такой... сегодня демонстрирую. Да, с как нужно. Да и ты тоже, и я. То так, есть мы все втроем. Вот, существует такой фестиваль «I Love Kyiv», угу. где дуже каждый видомый. Год... Есть футболка. И в этом году официальную футболку для «I Love Kyiv» сделала Лілія Літковська. Так, Лілія Літковська сьогодні у нас в студії. Ми хочемо запросити її ближче до нас. Привіт, Лілія. Заходь. Привет. Привет. Я так, давай туди розпаднемо на дивани. Да. Мені не вистачає таких людей в студію. Ми йдемо. Да. Прийняли це за приглашення. Ну що, розказуй про футболку. Я знаю, що ти нарешті ми бачили так цьогорічно. Немножечко така впервые, кстати, ми вперше, хто її увидів. Так, ну «I Love Kyiv», я бачу, що там ще написано. Читай, читай, читай. Може, ти зі щось увидиш? Я просто знаю, поэтому не тут буду вулиці, підказувати. Тут вулиці, правильно? Ні, смотри издалека. Треба було б бачити, в принципі, це, от, я не знаю, як да, це отпечаток, сказати російською мовою. Да, наверное.
А почему? Пальцем. Рассказывай. Это отпечаток пальца, я считаю, что этот отпечаток, ну, как бы даже не я считаю, мы вкладывали идею такую, что этот отпечаток... Что этот отпечаток нашего любимого города, лично его и только его, и вот мы любим этот город, и здесь это написано. Ты в улице сама убрала? Так кто убрал? Сколько тут улиц, до речи? Здесь очень много улиц, около 130. Вот, я на своей странице в Facebook разместила, завуалировала так, что я собираю улицы для эмоциональной карты города. Вот, и все мои друзья, около друзья, друзья друзей, начали писать интересные места, которые когда-либо их на что-либо сподвигли, вдохновили и так далее. Оставили отпечаток в их жизни. А можно, до речі, кожен собі дописати, може, свою адресу? Це, до речі, теж варіант. Конечно, я ставлю, да, я ставлю свой отпечаток. В любом случае, я это называю путеводителем от Литковской по городу. Тобто цьогорічний фестиваль представлений буде саме цією. Да, это футболка, да. То есть все только в футболке можно идти на фестиваль. И я хочу вам показать те, которые были до этого. Ну, вот это, наверное, уже известно. Зима, правда, на футболка, так. Кто як її зараз використовує? Чого, я ношу дома до цих пір і у двір виходжу спокійно. У двір. Я ходжу на вечірки, можливо, у двір. Тепер ти знаєш, як її декорувати, правильно? Вот ще одна футболка. А це що за варіант? Лист каштана. Ну, переделанный немного. Вот. Я вам сейчас покажу те футболки, которые нельзя носить ни в коем случае. Я табу. Так понимаю. Да, где? Из твоего гардероба, да? Так, сегодня их назбирали дуже багато. Не знаю, где вони их знайшли, але, знаєте, тут их... Ну, вот это первое, самое главное. Це мне кажется, дуже відома. Да. Она... Я и на море, знаєте, вийшов. Такая же відома, как Айла в Киев. В любом случае, по-моему, эта шутка уже не смешная. Ну, то есть, так, почему ее нельзя носить? Не, ну, просто потому что... Хтось так думає. Но... Це не модно, подивіться на це. Это просто про Facebook какая-то странная надпись. Но в любом случае, мне кажется, сейчас существует такое разнообразие принтов, что можно найти что-то интересное. Це мені Марк Цукерберг, до речі, подарував. Ну, если Марк Цукерберг, то, конечно, можно носить. В любом другом случае, нет. Це ви просто обуваєте. Да, кстати, по-моему, это женская футболка. Це дівчина мені залишила, ви знаєте, так буває. Правильно, что ты ее залишив, я тоже надеюсь, после этого. Оказывается, это Анджеліна Джолі на ней нарисована. Вот, в любом случае, вы теперь знаете, какие у нас табу есть с футболками, что можно носить, историю футболок. И я думаю, что теперь процесс покупки любой футболки будет более осмысленный. Або виготовлення власної футболки, що напевно, краще. Так, Ліля, ми дякуємо, що ти завітала до нас сьогодні в гості. Да, і вам сподіваю. Приходите на фестиваль «Айла в Київ». І покупайте футболку. Да. Ну, ми бачимося на нашій рубриці, де треба вставати всі дівчата. Завтра ми знову будемо говорити про моду, нас буде консультувати Дар'я, що носити, з чим, взагалі, як правильно одягатися. Ну, ми побачимося завтра з вами о 2-й. Вмикайте до Німці Бізнес, кафе в одному. Па-па. Всім па-па.